Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас из города Перми. Меня зовут Илья Лесняк. Я являюсь депутатом Законодательного собрания Пермского края, основателем целого ряда региональных и международных общественных организаций, таких как Пермский молодежный центр, Международный проектный конгресс, а также основателем и владельцем крупнейшего регионального соцмедиа-холдинга, в который входят крупнейшие ВК-паблики, телеграм-каналы, прочие медиа-ресурсы в социальных сетях с совокупным охватом более 70% пермской аудитории. За долгие годы работы на стыке социальных сетей и политики нам удалось сделать известными многих пермяков. Некоторые из них сейчас ведут успешную политическую карьеру, избираются в органы власти и возглавляют крупные общественные организации. За последнее время ландшафт социальных сетей значительно изменился. Многие крупные популярные платформы были заблокированы и сейчас недоступны на территории Российской Федерации. Пользовательские предпочтения меняются, меняется и степень влияния той или иной соцмедиа-платформы на умы избирателей и на аудиторию в целом. В своем докладе на Всероссийской конференции «Политические СММ» я расскажу о том, как продвигать политиков в новых условиях, как взаимодействовать с теми социальными платформами, которые сегодня доступны и которые максимально растут, и как нарабатывать узнаваемость в условиях блокировки наиболее популярных площадок. Обязательно регистрируйтесь на Всероссийскую конференцию «Политические СММ». До встречи!